Покажу еще немного процесс именно посадки черенков в контейнер. Здесь вот у меня песок, контейнер не сильно высокий, не знаю, сколько он сантиметров тут, сантиметров, ну, больше 5. В общем, какие я беру черенки, что я с ними делаю? В идеале, конечно, это если черенок с пяточкой. Вот. Всю нижнюю часть очищаем от таких побегов. Вот. Заодно она немножко нарушается, то есть здесь остаются небольшие такие трещины от того, когда вот побег убираем зеленый. Здесь как бы остается небольшой, как бы небольшая травма, так скажем. Это еще лучше, потому что корневая не только на конце побега образуется, но и по вот этому стволу. И еще что хочу сказать, что вот этот вот ствол мы заглубляем, и надо как бы вот этот вот продых оставлять немного, чтобы вот эти вот ветки шли не от основания, а немного повыше, чтобы здесь была какая-то хоть вентиляция небольшая. Вот так вот я сажу, где-то здесь у меня получается расстояние, ну, сантиметра 2-3 между посадками, немножко под углом, вот так вот. Вот здесь вот у меня такая вот палочка от суши. Вот так, раз, два, три, четыре, а то и 5. Все, сделала рядок и начинаю втыкать. То есть сюда посадила и обязательно прижать. То есть здесь вот у меня все уже подготовлено. Вот эти вот черенки, я их перечеренковываю, скажем так. Бывает такое, что вот этот ствол становится черным, где-то подгнивает. Я могу выше, взять выше, то есть выше освободить от вот этих вот веточек. Нижнюю часть обрезать под углом. То есть не обязательно, чтобы черенок был с пяточкой. Но с пяточкой, конечно, в идеале. Если пяточка уже умерла, вот этот черенок начал чернеть, мы можем сделать обрезку. Тут повыше убрать всю хвою и посадить. Здесь вот какие-то вот даже вот, вот они уже какие-то корешки начали пускать. Вот таким способом высаживаю. Так вот втыкаю в отверстие. Немножко под углом. То есть чем глубже я воткну, допустим, да, вот я освободила от хвои, я могу вот на эту глубину ввести, могу пониже. Но у меня здесь больше шансов, что образуется больше корней. Вот на этом промежутке.